Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Russian Power Guy. Мы с вами продолжаем играть Mortal Kombat Armageddon. Сегодня мы с вами продолжаем проходить замок Шоукана, который мы прибыли в прошлый раз. В общем, в прошлой серии было очень, я бы сказал, занимательно. Если говорить литературным языком, то нас немножечко обвили вокруг пальца. А если говорить немножечко погрубее, то нас отправили отдыхать на прекрасный остров Бали, что-то вроде того. Ну, короче, вы меня поняли, друзья. Прошлая серия была достаточно интересной, я думаю, сегодняшняя должна уже нас ближе подводить к итогу игры, но опять-таки не факт, я не знаю, но Шао Кан все-таки вся фигня, так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, всем приятнейшего просмотра, и не забывайте, что лайки, комментарии, подписочки приветствуются. Так вот, у нас здесь сразу же ловушки, которые ездят очень быстро, то есть по какому принципу они ездят, то есть туда-сюда, ага, то есть мне нужно успеть пробежать, ну давай попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что такое? Так, я все понял. Это не туда. Мы сейчас их просто уберем, без проблем. Говорит, нужно уничтожить лучников Шао Кана. Я полностью с тобой согласен, ну и как бы без проблем. Они прямо из ниоткуда взялись на самом деле, а у меня, кстати, мана кончилась. Реально, мана кончилась? А, я понял, где мне взять ману. Ману мне нужно взять здесь, как можно быстрее. Оп, назад, хорошо. Сначала убьем лучников, потом будем разбираться со всем остальным. Лучники, я помню, лучники нас бесили в каком-то из... Кстати, сверху что-то есть, это похоже на трусы Милены. Нет, это маска, похоже, ее, но суть этого не меняет. Так, значит так, нужно как-то проскочить мимо всего этого дела, но как? Я боюсь, что мы здесь сдохнем. Так, подожди, как они работают? Так, я побежал. Быстрей, ага, все, хорошо. Простите, пожалуйста. Дома холодно, капец, просто, ой, там шары катаются какие-то, блин, что за жесть, блин, вообще здесь происходит. Кстати, мы можем с вами здесь пойти на все четыре стороны. То есть мы можем пойти туда, мы можем пойти туда. Блин, а куда же пойти-то в первую очередь? Ну, давайте сначала сходим сюда. Возможно, сюда нам и надо. Так, контрольный пункт. Хорошо. Собираем музыку. Саундтрек «Финальный бой». О чем-то, наверное, это и говорит нам, но не факт. Так, надо сломать статую Шао Кана, потому что нефиг здесь стоять вообще. Нефиг стоять здесь, Шао Кан. Во-первых, да. Ну, я здесь не пройду, ребят, это объективно. Мы можем это сломать? Я понял. Раз, два, три. Пошли. Быстрее. Хорошо. Тихо, спокойно. Максимально спокойно. Никуда не торопимся. Делаем все. О, пацаны. Ну, здорово, давно не виделись. Сейчас я вам покажу. А чего вы такие большие? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они прям реально большие. Хорошо. Тихо. Они очень большие и очень злые. Тихо. Ребят, ну не надо. Ну пожалуйста. Я что-то сейчас не понял. Они прям очень больно бьют. Они прям очень больно бьют, я бы сказал. Так, ну допустим, апперкотиками. Мне кажется, это хороший прием на самом деле. Просто их вот насаживать туда-сюда. По одному, кстати, их гораздо проще убивать. Потому что вдвоем они прям наказывают. Ну, мне нравится вот эта вот игра в боу. Вот это, как это называется-то? Ну, короче, жонглировать просто этими ребятами можно. Они очень сильные, капец. Так, одного мы убили, это хорошо. Остался еще один, у меня есть тактика. У меня есть тактика подбрасывания, то есть жонглирование местными охранниками. Ну, как бы, звучит неплохо, на самом деле. Все, хорошо. Расправились, давайте. Поразбиваем штуки, полечимся, и нам нужно сделать удар в пол. Ну, собственно, я это уже вижу, и мы это сейчас сделаем. Хорошо, у нас есть мана. Так, дверь... А, не дверь даже открывается, подожди. Так, хорошо. Сундук. Сундук красный, в котором деньги должны быть, я так понимаю, да? А, нет, мы не открыли костюм Шан Цунга. Кстати, я помню этот костюм. Как ни странно, мне кажется, это был оригинальный костюм Шан Цунга из Десепшена. Я могу быть неправ, конечно, но я помню, что мы с ним дрались как-то. И это был как будто бы его оригинальный костюм. Как у него такие... Он стильный парень. Так, открываем.
Ну нормально, потянули, дверочку открыли. А, да, 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 да. Загадки никуда не делись, собственно, теперь нам нужно перебраться на другую сторону и провернуть то же самое. Скорее всего, там будет просто идентичная ситуация, просто один в один. Тихо. Я забыл, а теперь раз, два, три, побежали. Побежали, 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 все, 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 хорошо, хорошо, так, денежку собрали, хорошо. Здесь интерфейс немножко сломанный, конечно, меня это немножко коробит, но что можем поделать с этим? Ничего не можем, так, спокойно. Аккуратно, то есть нам нужно открыть главные ворота и зайти в сам замок, где мы сможем сразиться, скорее всего, или с Куан Чи, что самое вероятное, что мы будем сражаться с Куан Чи, а возможно потом уже с самим Шао Каном, а возможно еще с какими-то прихвостнями. Так. Я получил себе дозу увеличения здоровья. Мне кажется, в последнее время я находил их не так много. То есть, мне казалось, что можно и побольше было их собрать, но... Так, другой костюм Рейка. Хорошо. Так, сколько их здесь? Раз, два, три. Так, значит, так же. Хорошо, просто вдруг они здесь как-то по-другому. Раз, сейчас мы все посчитаем. Математика, два. Третий почему-то как будто бы так. Побежали, побежали, быстрее. А, в смысле? А как? Игра! Она меня обманула, походу, игра. Здесь реально по-другому работает. Капец. Только... Так, ладно, хорошо. Это же... Да, это тоже место. Спасибо. Спасибо, что хоть так, но... Я, если честно, сейчас немножечко в шоке. Это Рейка? Опять это, да? Рейка, Рейка. А, подожди, в смысле... А, Рейка мы уже собрали. Рейку мы собрали. Так. Раз. Два. Три. Не катится. Раз, два, три, четыре, пять. Побежали. Побежали, быстрее, 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 быстрее. Хорошо, успеваем, все хорошо. Так, ну да, здесь, собственно, такие же ребятки, ребятушки, которые... Я бы их назвал мини-шоуканами. Они вот такие вот. Типа, они пытаются быть им подражать, но не совсем похожи все-таки, как бы, ну, такие, типа... Шоукан на минималках, я бы сказал, ну, сами понимаете, да, о чем я говорю. Так, да, трусы Милены, вуаль Милены, да-да-да, не надо, не надо. Ой, а их здесь трое, четверо? Так, если они все сильные, это, конечно, грустно. Так, кстати, соберем еще одно увеличение здоровья. А, это увеличение маны уже на этот раз, хорошо. Кстати, там вот есть здоровье этого мужика в левом верхнем углу. Оно иногда показывается, иногда нет, я не знаю. Типа, давайте мы с ним расправимся, потому что он сильный очень, мне он не нравится. Тихо, она бьет меня. Это напоминает мне вот этот, типа, как в Devil May Cry, может, если кто-то из вас играл, так у тебя тоже... О, этот прям жирный, о, это прям главный поклонник Шао Кана, такой, типа, фан-клуб Шао Кана. Они очень странные ребята, на самом деле. Я не знаю, чем их бить, потому что, типа, я могу их фаерболами бить, откидывать от себя, чтобы, если что... Тихо, тихо. Вот таким вот заниматься, но они прям бесят, конечно, конкретно. Ну, в принципе, так тоже неплохо, но, по-моему, апперкоты эффективнее, потому что они не дают им долгое время встать на ноги и провести свои комбинации. Мне кажется, это самое эффективное, но вот эти дверки, они очень похожи, вот эти закрытые, не дающие пройти дальше, прям Devil May Cry во всей красе. Ну, это не только там используется, так, ну, это сейчас была красивая комба в воздухе, опять-таки жонглируем охранниками. Спокойно, еще, блин, просто какой-то... Блин, да ты... Ты можешь как-то, пожалуйста, вести себя поспокойнее? Вот, пожалуйста. Блин, он так бьется прикольно. Мне нравится вот эта комбинация, потому что, как бы, я не вижу... Кстати, а может быть с ноги? Нет, с ноги не очень хорошо, потому что с ноги у него есть вероятность... Ну, это как бы самый эффективный вариант расправиться с этим охранником. Раз. Главное, тайминги словить. В остальном проблем не будет. Тихо. Два. Три. Да, блин, что-то я промазал. Как-то в последнее время не удается у меня жонглирование охранниками. Знаете ли, не каждый день этим занимаюсь. Кстати, я могу скоро сдохнуть. Когда он сдохнет? Все, хорошо. Это был последний. Так, давайте восстановим наши силы. Побьем немножечко шоуканов. Лишним не будет. Прекрасно. Все, мы здесь все собрали. Однако мы даже все здоровье себе не восстановили. Ну ничего. Теперь мы идем дальше. Опускаем. Теперь нам открываются главные врата, которые нас пускают, очевидно, в главный замок. И где уже будет разворачиваться вся эта фигня. Ну, то есть, и мне кажется, что по идее это, конечно, как бы, да, мы должны потом сразиться с нашим братом. Так, давай считать, математика.
Три. Ага. Сначала три, потом шесть, что ли, или пять? Подожди, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Все, здесь, короче, по-другому сделано. Прям вообще по-другому. То есть ты ожидаешь, а куда мне идти, чтобы попасть туда? Так, мне налево. Да, мне налево. Так, вот эти хрени сейчас проедут, и я пойду дальше. Спокойно. Спокойно. Все хорошо. Прекрасно. Здорово. И спокойненько. Все, мы в замке Шаокана. Прям двери захлопнулись за нами. Очень мило, очень хорошо. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это все. Так, там ребята с черепами. Это, видимо, самый главный этот фан-клуб шаокановский. Ну погнали еще. Погнали. А, дайте-ка я соберу сразу какое-то мясо. Или же что за мясо? Стейк мит. Поздравляем, вы открыли пирамиду Аргуса. Пирамида Аргуса. Это, очевидно, какая-то арена. За достижение чего-то там. Так. Так, музыка тюрьмы. Ну да, музыка тюрьмы, конечно, звучит неплохо. А это, кстати, кто сюрикенами бросается? А это вот вы? Кто сюрикены бросает? Я вас найду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кто бросается? Во, вот это дело. Апперкотиком и куда-нибудь сразу же их вот туда. Во-во-во-во, отлично. Зачем мне тратиться на 1000 ударов, если они просто спокойненько отлетают в эту мясорубку? Использовать окружение, это вообще просто залог успеха на самом деле. Так, спокойно. Ты мне тут поговори еще. Блин, ну они неприятные ребята такие прям. Вот, хорошо. Этот жирный. Во-во-во. На мясорубку его, ну. Почему она остановилась? Мясорубка остановилась почему-то. А, кстати, почему-то реально остановилась. Возможно, я приехал на нужный этаж. Моя остановочка, так сказать. Вот. Так, кто остался? Кто остался, я не виноват. Хорошо. Все. Well done. Как говорится, стейк well done. Все well done. Отлично. Куда дальше-то? Да. Понимаю. А куда? Мы просто пришли, зачистили комнату и чё? А, это лифт. И нам сейчас надо обратно. Правильно? Да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А я же не ударил. Я же не ударил. Подожди. Что? Катсцена просто или чё? Сейчас будет схватка с кем-то. Давай схватка с судьбой. Похоже, что это темница Шаокана. Здесь нет складов Кван Чи. Кван Чи не было здесь 100 лет. Я Милена. Неплохо. Хотите танцевать? Блин. Ну, Милена жесткая. Мне кажется, Милена охранница. То есть она сейчас прям может нас наказать. Так, во-первых, там лежит молот Торана. Я думаю, он на потом. Хотя, опять-таки, я не знаю. Давайте посмотрим еще раз так. Мне надо вспомнить список приемов. Потому что я все-таки не каждый день в нее играю. Мне нужно вспоминать каждый раз, что, куда и как. Так, это туда. Это туда. Ага, хорошо. Попробуем. Давай. Тихо. Хорошо. Отлично. Я рад. Отлично. Так, собери молот. Тихо, 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 тихо. Нормалды. Я хорошо. Тихо. Тихо. Ой, ну это хорошо прям было. Это прям было очень качественно. Я аж немножечко замолчал, но, блин, блин, фигурка Милены, мое почтение просто. Тихо. Хорошо, вот сейчас вот был хороший приемчик. Так, давайте-ка попробуем. Вот заблокировано удар у нас прям очень качественно вышел. Так, спокойно, она своими саями, конечно, покою нам не даст. Но мы тоже не пальцем деланы, я бы вам сказал. Вот, это был отличный, кстати, уворот. Мы, кстати, можем ее куда-то скинуть, я так понимаю. Тихо, тихо, тихо. Главное сейчас не напортачить ничего. Ну, это было... Она какая-то не слишком сильная. Мне кажется, она должна была быть пожестче. Ее гордость была задета, Милена убежала в крепость. Тейвену стало интересно, что это за странное создание. Ну, как бы Милена, это такой, типа, полутаркатанец, получеловек. Такой, типа, полулошадь, полухрен, не знаю.
Да, Милен. Я думал, Милена будет сильнее. Вот честно скажу, она вообще жесткая. Она жесткая, но почему-то здесь я прям с ней легко справился. Так, ну-ка. Раз, два. Удар. Удар в пол, и мы получаем что? Костюм для Милены, наверное, да? Ну да. Другой костюм Милены. Мне кажется, что это как градация костюмов Милены, это не смена образа, а то, насколько мало одежды на ней останется. То есть, грубо говоря, костюм первый, там, например, там какая-нибудь повязочка, какие-нибудь вот бутсики, и все остальное, там повязка на лицо. Потом все постепенно исчезает, остается вот что-то вроде такого. Ну, я понимаю, да? Я понимаю, я все понимаю. Так, давай дальше. Кстати, можно собрать еще раз, давай-ка. В принципе, так. А, кстати, нет ли чего скрытого, кстати, потому что есть ощущение, что здесь какие-то есть спрятанные вещицы. Кстати, мне не нравится это место. Оно какое-то очень напряженное. Это контрольный пункт всего лишь, ну ладно. Так, там какая-то фабрика. Давайте поаккуратнее пойдем, потому что, мне кажется, могут быть подставы с огнем. Могут быть прям вот. Я, конечно, не эксперт, но. Так. Злые жители темницы Шаокана включили тревогу. Темницы, которая не только привлечет больше жителей, но и убьет тебя через 2 минуты. Пошли их в могилы, пока не закончилось время. Тайм-атак. Классно. Где? Быстрее! У меня есть 2 минуты, чтобы разделаться с этими хмырями. Быстрее, 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 срочно! Ну что, хмыри? Повеселимся! Я не могу быстрее бегать, к сожалению. Быстрее, пожалуйста. Ну вот так. В кучку соберитесь, пожалуйста. Я понимаю, что типа тайм-атак и вся фигня. Эй, ребята! Это что за этот самый? Отлично! А где еще? Еще, 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 побольше. Отлично! Все. Это, кстати, амулет Кванчи, кстати. 41-60. Хорошо. Это было. Я думаю, что на самом деле здесь можно было пройти все гораздо проще. Скидывать их вот на этот вот конвейер. Они бы там уезжали, и у них была бы хорошая сауна. Но я поступил, в принципе. У меня самый имбовый прием. Удар в живот, в смысле, удар в пол. Это вообще, это имба. Это имба абсолютная. Ой, здрасте. Так, дверь закрыта, говорит. Там, однако, что-то есть. А как открыть мне двери? Тут реально сидят люди. Я понимаю, они кричат: «Освободи меня», но я не могу, я не знаю как. Так, соберем-ка. Тут реально музыка какая-то, сундуки, прочее, пятое и десятое, но я пока не понимаю. Возможно, нужно с кем-то подраться, забрать ключи. Есть, так, там золотой сундук, ну, окей. Так. А, я понял. Мы сейчас сделаем вот так, и мы всех освободим. Правильно? Да. Мне интересно, вот, типа, все ли в этом королевстве, все ли. О, там мясник какой-то, подожди, мясник. До тебя время еще дойдет. Мы сейчас идем по темницам, зашаривать, так сказать, осматривать их. Так, у нас создание бойца, это все хорошо, очень интересно, но не настолько интересно, как это. Так, что это? Это у нас датчик макап. Что? Датчики макап. Какой макап? Кто такой макап? Выглядит очень странно, если честно. По-моему, это просто какая-то фигня. Кстати, давайте проверим фигню, если черепа подавить, что-то появится или нет. Потому что такое было какой-то в начале игры. Если что-то подавить, вылезет сундук. Но, видимо, не здесь. Окей, ладно, ладно. Не будем тогда экспериментировать. Пошли сюда, заберем музыку, соберем монетки. Ну, собственно, обычная музыка ада. Музыка ада звучит прекрасно. Просто музыка ада. Тупо музыка ада. Здесь у нас сундук. А почему не открываешь его? А, да, это ж. Да. Спасибо. Блин, жестко. Ну понятно все это подстава от Шакана, подлянки все вот эти вот. Ну, так некрасиво делать. Так нехорошо. Опа, это что такое? Маска Драхмин. А, Драхмин? Ну, я понял, да, Драмин. Ну, кто такой Драхмин? Драмин? Да он драм энд бейс исполняет просто. Так, так. Здесь все. Ну, что, откроем? Откроем. Я не боюсь. Костюм не открыт, но другой костюм Тани. Хорошо, Таня. Значит, мы открыли Таню. Наша Таня громко плачет. Уронила Шоуканов мячик.
Шакан грустить не будет, он ей просто все сломает. Так, мясник какой-то. Да. За что? Ты кто такой вообще? Кто ты? Файт, ну пошли. Тихо. А, я понял, смысла ноль. Я буду делать вот такие телодвижения. Все, я понял. Сюда идешь? Подходи сюда. Пожалуйста. Ну, он, конечно, делает вещи. Боже мой, какой он кринжовый. А, в смысле? Он прям ваншотит этой фигней? Офигеть. Так, хорошо. Я понял, что надо делать. Мне нужно сжечь его адским пламенем. Здорово. Можно тебя скипнуть, пожалуйста? Я понимаю, что нужно делать, но как мне его туда загнать-то? Как мне загнать его вот сюда? Иди сюда. Я ничего не понимаю, если честно. Он, по-моему, жестит. По-моему, он какой-то фигней занимается. Я все понимаю, но... Да. Я умер, я понял. А как это пройти? В смысле? Типа, мне нужно, чтобы он был в центре, но я не могу этого сделать по одной простой причине, что он там не стоит, он просто делает свою вертуху. Вертуха смерти просто. Тихо. Я не знаю, по-моему, я его убью. По-моему, ему больно. Я могу ошибаться, но по-моему, ему больно. Ну нет, только не вертуха смерти. Ну я тебе серьезно говорю, ты задолбал. Я вообще не уверен, что нужно пользоваться этой фигней, потому что я его и так неплохо избиваю. Потому что апперкотики ему проходят просто на ура. Я, во-первых, апперкотами сбиваю ему атаки. Тихо. Ну так он сейчас ляжет, ну. Уходи отсюда. Давай, ну-ка. Ой, тихо. Все. Well done. Пш. А зачем нужна была эта фигня с нажимательными фигнями? Кому она вообще интересна? Так, ключи, кстати, какие? Что за ключи? А, это с него ключ выпал, что ли? Подожди, я же не все сделал. О, незнакомец. Ты нашел ключ. Он сможет открыть мою клетку. Освободи меня. Шуджинка. А почему я должен верить тебе? У тебя есть только мое слово. Я не хочу сражаться с тобой. Я должен уничтожить Шаукана. Сам? Это я должен увидеть. Он плохой, да? Спасибо тебе, незнакомец. Я Шуджинка. Я Тейвен. Ты хочешь уничтожить Шаукана? Целые реальности хотели это сделать. Не только я хочу уничтожить его, но также и его союзников. Они в гробнице сейчас, планируют предстоящее сражение. Я позволил, чтобы меня схватили. Из этой темницы я смогу войти в гробницу души Шаокана. Как только я буду там, я смогу уничтожить Шаокана и его союзников одним ударом. Я предлагаю вам уйти отсюда быстро, Тавен, так как я не обеспечу тебе защиту. Защиту? Я только что уничтожил здесь все. Бах, глупый старик. Вот это кроссовер, да? Вот это кроссовер, ну типа это вселенная. Так, тихо, спокойно. Нет. Медаль Шуджинка. Медаль за отвагу. Так, музыка. Музыка в логовое что-то там. Логовое. Логовое что? Серьезно, логовое. Ладно, логовое. Так, здесь у нас открылась клетка. Давайте посмотрим, что будет, если я нажму на кнопку. Вот на эту. Мне даже интересно. Может, какой-нибудь сундук вывалится? Да, сундук вывалился. Но, возможно, он плохой, и я сдохну. Нет, он хороший. Спасибо. Другой костюм Шуджинка. Он похож на какого-то мастера. Знаете, он похож на чувака из Текина.
Там есть какой-то мастер такой, знаете, старенький. Можно это открыть? Дверь закрыта. Почему? Почему? Слушайте, у меня, конечно, есть идея, как я должен был открыть эту дверь. Мне нужно было во время схватки с боссом нажать все 4 кнопки, и тогда бы эта дверь в конце открылась. Ну, я, по крайней мере, так думаю, но это не точно. Хорошо, здесь мы все сделали, все осмотрели. Ну, хорошо, Шуджинка так Шуджинка. Мне кажется, он нам мешать не будет, он вроде как... Ты хочешь выйти из темницы и вернуться к лифту? Да? Почему нет? Да. Я все сделал. Вопросов больше нет. Так, а зачем я сюда? Кван Чи не был в темнице. Из слов Шуджинка можно было предположить, что он в тронном зале. Надеюсь, этот лифт отвезет меня туда. Озвучка как будто, знаете, на какую-то петличку записывали. Прям очень-очень плохую. Я не знаю. Так, ну что, месимся, пацаны? Пацаны, месиво! Ну что, как вам? Как вам мое мачете? Как вам мой мачете и музыка пустоши? Музыка пустоши вообще-то! Ну он ка... Ой, какой крутой мачете, а? Просто режет все. Мне нравятся эти охранники. Блин, вот эти схватки в лифте, это прям, конечно, такое клише, но, блин, нормально. В принципе, динамичненько. Мне нравится еще, что оружие какое-то дополнительное дают, не только руками драться, прям хорошо. Я не понимаю, какая здесь камбуха более решающая, потому что мне нужна та, у которой самая короткая атака. То есть, как бы, ну, типа, анимация самая короткая делает эту атаку максимально читерской. Как бы. Это все? Да, это все. Так, ну, well done, так well done. Мы приехали, нет? Или я справился раньше времени? Ну, ладно, побегаем еще. Посмотрим на вот эти вот штуки всякие. Опять красное полотно не дает мне пройти дальше. Ну, что-то мы долго едем. Ну, хотя это тронный зал, все-таки, скорее всего, вершина творения всего вот этого шаоканского замысла. Так, ну-ка, все? Все, пойдем. Так, подставы. Какие-нибудь подставы. Я жду подставы. Воу-воу-воу. Ну, такая статуя. Это же... Подожди, он живой, что ли? Он шевелится, прикиньте. Я вижу, что эта статуя шевелится, и как-то это очень жутко выглядит. Ладно, посмотрим. Давай. Че, с Шаоканом драться, что ли? По классике жанра. Ну, давай. Или... Нет, так, стоп. Надо ударить сюда. И что будет? Он живой, я тебе говорю. Он живой. О, да. Да. Так, хорошо. Шаокан! Тихо. Боль? Ой-о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 й. А, он должен сюда ударить, я все понял. Давай, иди сюда. Давай, бей сюда. Бей меня. Что это? А, да, ну да, хорошо. Это какой лютый босс. Так, а как тебя, собственно, уничтожать-то, а? Как это больно сейчас было. Так, понятно, он, видимо, на чем-то. Он, видимо, под чем-то и на чем-то. Жесть, конечно, босс. Капец. Так, мне надо понять, как его убить. Я вообще не наношу ему урона, я так понимаю. Да, да. Озвучка просто мое почти. Да как ты делаешь это, пожалуйста, скажи мне. Ты можешь ударить вот сюда? Нет, вот сюда ударь, пожалуйста. Ну вот. Да я умру сейчас, давай. Бей сюда, бей. Да. Вы мертвы, я в курсе. Да. Какой дичайший босс вообще просто. Я понял, что надо сделать, но он сам этого не хочет делать. Мне нужно держать... Давай, Шаокан Винс, Flawless Victory, я знаю. Так, тебе нужно ударить вот сюда, братан. Мне нужно смотреть за тем, как он себя ведет, и не стоять на месте. Так. Да блин, нет, это плохо. А, да ладно, серьезно что ли, вот так все? Ну да. И типа, чё? И что ты мне сделаешь? И что ты мне сделаешь, скажи мне, пожалуйста. Я могу так стоять вечность. Я никуда не пойду. Есть другие планы, может быть?
Или у тебя там какая-то задача минимум попаданию в меня? Окей, давай, пошли. Давай еще раз. А, ты что, самонаводящийся, что ли? Ударь сюда. Ударь. Да хватит. Ударь сюда. Ударь, ударь, ударь. Ударь сюда. Ты задолбал, а? Да ты не попал. Юсак, да, да, да. Я понимаю, братан. Как пройти Шаохана? Он какой-то больно лютый. Ну, типа, он просто читер. Как бы, я понимаю, но мне нужно, чтобы он ударил туда. Как мне его заставить это сделать? Я не могу его заставить это сделать, просто потому что он ходит и стреляет своими лазерными глазами. Я бегать быстрее не могу. Тихо. Со свертухи. Так, спокойно. Ну да... Да почему ты попадаешь-то в меня? Я буду вот так вот бегать. Давай, стрейфимся, стрейфимся. Во-во-во-во. Во-во-во, я понял. Все, я понял, как надо бегать. Надо бегать просто как сумасшедший. Во-во-во-во-во-во-во. Не-не-не-не-не-не. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда, пожалуйста, ударим. А. Да! Вот так вот прямо. Он, ну да, логично, хорошо. А ребята, как пройти Шаохана? Я что-то не понимаю. Наверняка есть какая-то страта, там еще что-нибудь такое, но как его пройти, потому что он очень сильный. Да хватит, а! Я пройти сюда не могу, да? Я просто проверил. Я там умираю. Хорошо. Он говорит, что там что-то какой-то орб. Это единственный выход победить его. Давай, еще раз скажи это, пожалуйста. А-а-а! Я все понял. Тихо. Есть. Есть. Я все понял. Отлично. Я сейчас все заряжу. Все заряжу сейчас. Давай еще разок. Отлично. Серьги Шивы. Нафига? Зачем вообще сейчас они мне нужны? Вот почему это не... Да отстань, а. Не мешай бегать. Да ты задолбал, а. Вот просто душнило. Душнило. Это что такое? Рукавицы Гора, хорошо. Здорово. Ящик с костюмом Рейдена, он мертвый. Мертвый Рейден. Очень грустно. Задолбало. Хватит мне мешать. Так, а теперь можно ударить сюда. Вот, ствась. Братан, встань сюда. Братан, иди сюда. Иди сюда. Я тебе говорю, вот это хоро... Место топчик. Я тебе отвечаю, место топ. Отстань. Тебе нужно встать просто сюда. Ты понимаешь, у тебя больше никакой задачи не присутствует. Просто встать в одно место. Все. Я думал, ему нужно ударить туда, а мне нужно будет ударить туда. Все, я понял. Да ты задолбал, снайпер хренов, а. Как он это делает, а? Так, надо подлечиться и заманить его в ловушку. Иди сюда. Иди сюда. Задрал, а? Ну, честно, вот, ну, надоел. Ну, вот слов нету. Вот тебе самому не надоело? Да как он это делает, а? Да, я понял все. Да, да, я... Доспехи Кентара. И все что-нибудь, скажи мне там. Еще что-нибудь, давай, давай, давай. Золотой сундук, замечательно. Очень вовремя. Да как ты меня задолбал-то, а? Так вот, если честно, он прям читер. Он просто долбанный читер. Так, еще разок, давай. Все получится. Душнило номер один всей игры. Как мне тебя туда заманить?
Я хочу тебя туда заманить. Ну вот же, вот же, вот же, вот же. Разворачивай свою тушу грязную. Давай, Шоукан. Вот, другое дело. Говорит, надо сделать это еще раз и все и покончить с этим. Я согласен. Хорошо. Хорошо. Да не туда ты фаербол свой пускаешь. Абсолютно не в то место. Так, спокойно. Мы стрейфимся, стрейфимся. Так почему он не стрейфится-то, ну? Так, еще разок. Давай. Ходок, блин. Великий ходок человечества, давай. Я не попал. Я не попал. Я не попал, прикиньте, я не попал. Так, кстати, жиськи. Хорошо. Я почему-то еще раз могу открыть золотой сундук. Ну, хорошо, допустим. Да не в тебя. Мне вообще в тебя стрелять неохота. Ты мне не нужен. Мне нужно просто попасть по этим фигням, и все будет хорошо. Капец, Шоукан просто дичь. Я вообще не помнил в детстве, что он такой сложный. То есть, у меня не... Я проходил в детстве эту игру раза два или три. Я просто... Я не знаю, возможно, моя память стерла его, как... какое-то больное воспоминание. Ёлки-палки, как ты меня задолбал, а? Иди сюда! Блин. Так, нет, спокойно, надо заманить его. Да как ты это, ты вот знаешь что? Он просто попадает всегда. Ну, то есть, как бы нет такого... Я не знаю, как это сделать, честно скажу, я не понимаю. Я сейчас сдохну, я серьезно говорю. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я сломал тебя! Я тебя сломал! Я сломал тебя, придурок! Ох! Это было очень жестко, ребят. На самом... Другой костюм Шоукана. Ну и вообще, я... Нафиг его. Нафиг этого Шоукана. Он такая сволочь вообще. Такой душнило. О, боже мой. Это было очень сложно, ребят. Это очень сложно было победить Шоукана. Так, а, гора теперь? Ну да, конечно. Охранники его. Ручные псы. Давай, давай. Рама 2 Ван Дамма. Наслаждаешься видом? Ты кто? Что ты здесь делаешь? Наконец-то! Шакан, я ищу Кван Чи. Ты его видел? Он с императором. Я Гора. Я не должен никого пропускать сюда. Под угрозой смерти. Моей смерти? Или твоей? Так, ну это уже начинается классик ладдер Mortal Kombat. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Хорошо, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Тихо-тихо-тихо, он очень больно бьет. Отлично. Неплохо мы его поймали. Надо побеждать Гора. Надо его побеждать, он прям дикий, лютый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это была ошибка. Ты ж спамер. Спамер хренов. Охренеть, ну это ГГ, ребят. Это прям ГГ. Это не вытащить уже. Да. Охренеть. Просто охренеть. Просто подчистую меня раздел, надо аккуратнее быть. Спокойно. Я вообще-то блокировал, алло. Охренеть. Тихо. Как он... Просто что он делает? Спокойно. О, боже. Это был пипец. Когда Гора убегал,
то прокричал: «В этот раз ты меня победил, сын Аргуса, но если мы еще раз встретимся на поле боя, тебе так не повезет». Ну да. Но это было жестко. Объективно, мы прям на тоненького сражались. Второй раунд он меня просто изничтожил. Просто показал, кто здесь батя. Так вот. Так вот, наверное, на этом надо закругляться, потому что это было очень жестко. Вот как раз вот с этой отметки мы продолжим в следующий раз. Мы прошли Шаокана, мы прошли Гора, мы подрались с Миленой, еще загадки решали. Очень-очень такая интенсивная серия у нас получилась, просто жесть. А еще Шуджинка встретили, кроссовер просто невероятный, так что на сегодня будем закругляться, друзья. Так что, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Climbing on your roof.